Новым годом! Его нельзя так делать! Да ну нахуй, что такого? Здравствуйте, господа, и сегодня 25 декабря, я зашел в убежище, 24-го я не играл в Тарков, и здесь появился вот такой вот модуль, новогодняя елка, который был в 21-м году, ну и накануне 22-го года разработчики снова добавили ее. Что дает эта елка? Ну, во-первых, елка будет украшать ваше убежище, она будет светиться, да, и стоять в его центре. Второй момент, она дает новогоднее освещение, этот уровень освещения становится доступен, когда вы ее устанавливаете. Собственно, второй момент, это установка елки и последующий крафт. Если вы открываете ее впервые, нажимаем среднюю клавишу мыши и открываем три заветных шара. Вот этот шар был меньше всего доступен в прошлом году, его все искали, он был очень редким, но мне все-таки тиммейт подарил заветный шарик, и я смог установить елку. Даже сделал мем, он сейчас появится на экране. Ну и последнее, самое приятное из этой всей истории, это то, что елка позволяет делать крафты. Но пока я, к сожалению, не смогу посмотреть, что в этом году нам предоставили разработчики. Но если вам интересно, пишите комментарии под этим видео, и как только я поставлю ее, я сразу же покажу, что можно крафтить. Еще одна важная особенность, это то, что данные шарики нельзя приобрести на барахолке или у торговцев. Их можно найти только в рейде за ЧВК или Дикого. Ну а на этом все, господа, и до скорых видео.